Привет, друзья! Давайте покажу простейшие способы, как отделить желтки от белков. Первый способ – это перекладывать желток из одной скорлупки в другую. Это классика. Но дело в том, что так легко проколоть желток, и он попадет в белок. А это значит, и безе не получится, и желток вы потеряли. Другой способ – разбить яйцо в ладонь. И пусть стекает сквозь пальцы, пока не останется один желток. А есть еще один блестящий способ это сделать. Возьмите чистую пустую бутылку, снимите крышку, слегка сожмите и всосите желток. Чудеса, да и только, правда? Вот, друзья, три способа отделить желтки от белков. Надеюсь, вам это помогло. И еще больше секретов на нашем канале.